Ребята, всем привет! Я уже день шестой, наверное, если не седьмой. Что-то болею, короче, жестко. Даже пиво не лезет. Не то, что там сигареты, еда, еда, сигареты вообще никак. Пиво-то максимум там одно раз в два дня, какое-нибудь маленькое, с яблочком. А так у нас нет электричества сейчас. Заряжаю камеру с ноутбука. Номер такой, мы находимся... Забыл, как город называется, около подводной реки. Так вот, особо-то у нас ничего тут нету. Все работает, когда есть электричество. Сейчас ничего не работает. Кондер выключен. Слава богу, я мобильники ночью поставил зарядиться. Чтобы хоть нормалек все было. Вот так. Вот у нас здесь раз номер, два номер, три номер. Здесь очень много транспорта, которые ждут уже людей обратно с подводной реки. Мой байк, вот он стоит. Отель стоит 1200. А вот, кстати, это моя филиппиночка. Маледи, смайл. Она постирала. Она, кстати, посмотрите, у нее цвет волос какой интересный. Покрасилась недавно. Постирала вчера мою рубашку, мои шорты. Свое немножко постирала всего. Сидит, хомячит. Тебе от йогурта плохо опять не станет? Ну, бобо, а? Ну, короче, ты подумай. Вот так тут бывает. Интересно. Да, сделаю короткое видео на 2 с копейками минуты. Но с камеры пока не могу загрузить, потому что нету. Вообще ничего нету. Только мобильный интернет еле-еле пашет. Так что будет загружаться где-то полдня. Сегодня уже 26 число. Я через 29-го, короче, у меня в 7 утра самолет. Все, давайте, ребят, на связи. Так что попробую это выйти, может быть, сегодня на прямой эфир, если найду интернет. Окей, Google, на связи.